Восстанавливают форму, отрабатывают тактику. Футболисты «Динамо» Барнаул в этом сезоне хотят наверстать упущенное. Прошлый завершился неудачно. Команда заняла 7-е место в турнирной таблице. Несколько опытных игроков получили серьезные травмы. Отсюда и череда поражений. А этой зимой сборная может еще поредеть. К 5 молодым игрокам проявляют интерес другие клубы. Новый главный тренер «Динамо» Барнаул Виталий Вихлянов, который возглавил «Бело-голубых», намерен сохранить команду. У нас в первую очередь стоит задача сохранения состава с прошлого года. Вторым этапом будет, значит, улучшение функционального состояния игроков. Вот, затем будем переходить уже, ну, так сказать, к технико-тактическим аспектам ближе к сезону. Ну, хотелось бы улучшить, во-первых, взаимопонимание, найти баланс в команде между атакой и обороной. Ранее Виталий Вихлянов выступал за ряд клубов Казахстана, а с 2022 года тренировал молодежную команду «Динамо», а также помогал бывшему тренеру основной команды Олегу Яковлеву. В планах у нового тренера максимально эффективно подготовить игроков к новому игровому сезону. Усиленные тренировки на свежем воздухе, силовые упражнения в тренажерном зале. Виталий Вихлянов также рассказал, что сейчас идет подписание контрактов с игроками. Во-первых, наши возможности несколько ограничены, чтобы привлечь в команду более опытных, более зрелых таких футболистов, с которыми можно решить задачу. Но мы ведем как бы переговоры, это такой момент, согласятся или не согласятся определенные игроки. Ну, кто останется у нас, кто подпишет контракты, с теми ребятами будем что-то строить, улучшать игру. Более подробные цели и задачи на предстоящий сезон руководство клуба пока не озвучивает. Для начала нужно понимать, какие игроки будут в распоряжении динамовцев. Известно, что в первые месяцы будут проходить только товарищеские матчи, а уже позже клуб планирует заявиться на серьезные турниры. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.